Стойки, захваты, страховка и броски – всему можно научиться на занятиях самбо. Во Всероссийском детском центре «Смена» у ребят есть отличная возможность посещать сквозной образовательный модуль «Самбо в школу». Проект «Самбо в школу», разработанный Министерством образования и науки Российской Федерации, стартовал в «Смене» в 2015 году. На сегодняшний день его участниками стали свыше 15 тысяч школьников. За одну смену ребенок может обучиться технике безопасного падения, простейшим элементам акробатики и приемам борьбы в стойке и в партере. Самбо может стать полезным, потому что его включили для 4-й и 5-й ступени в ГТО. На самом деле, так скажем, публика разнообразная, и девочки, и мальчики, и даже в этой смене девочек побольше. Ну, видимо, каждый хочет научиться обороняться. Но дети прекрасные, мне очень нравится работать с детьми, и я в этом нашел себя. По мнению многих детей, занятия самбо помогают не только улучшить физическую форму, но и понять основные принципы самообороны, чему не научат в обычной школе. Мы недавно пришли на занятие, это у нас третье занятие самбо. Да, тут очень круто и весело. Очень классные тренера. Они веселые, но и строгие. Мне это очень нравится. Здесь как-то закаляешься. Мне нравится, когда у меня мышцы горят. Просто обожаю спорт. Для удовольствия. Да, мне вот нравится просто спорт. Мне лично здесь нравится. Я хотела бы просто навыки какие-то, которые раньше просто не знала, не умела. Или вот, например, познакомиться с чем-нибудь и продолжить, если мне здесь понравится. Результаты за период реализации программы в смене показали, что от участия в программе пока не отказался ни один ребенок. А каждый пятый изъявил желание посетить повторный курс по самбо.